Привет, друзья! Сегодня начинаем небольшую серию роликов про то, как превратить вот такой вот аквариум примерно вот в такой. В частности, в этом ролике хотелось бы уделить время такому вопросу, как налет на стенках аквариума. В частности, про белый известняковый налет, который обычно бывает у края воды в аквариуме. Ну а тут он, как видите, везде. Явление довольно частое и неприятное, согласитесь. Белый налет портит эстетический вид вашего водоема. От чего он образуется? Все просто. Виной всему жесткая вода, богатая минеральными солями. Когда вода испаряется, эти соли оседают на стенках аквариума в виде неприятного белого осадка. Как же бороться с белым налетом? Можно глобальными методами, используя только мягкую воду для вашего аквариума. Либо остается каждый раз при подменах убирать налет вручную. Но вся проблема в том, что счистить качественно такой налет губкой не всегда удается. Так вот, мы предлагаем вам эффективное и простое решение этой задачи. А именно использование реактива для снижения уровня pH воды в аквариуме, или другими словами pH-. Можно использовать реактив как средство для протирания стекол от известнякового налета. Работает просто супер! И можно спокойно протирать стекла в действующем аквариуме, в отличие от других химических средств, предназначенных для борьбы с налетами. pH- вы можете приобрести в зоомагазине «Акварий» на Ленина 141.